Вопиющий случай произошел в одном из детских садов в Уральске. Там трехлетняя девочка обварилась горячим бульоном. Об этом инциденте сообщила мама пострадавшего ребенка в соцсетях. По словам женщины, ее дочь только вторую неделю посещает детский сад Балбобек. Утром она отвела ее в дошкольное учреждение, а уже перед обедом ей позвонили и попросили срочно приехать. Когда мама девочки прибыла в садик, то ужаснулась. У ребенка было обожжено лицо, руки, обе ноги, голова, грудь и область паха. Малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщина добавила, что кастрюлю с горячим супом принесли в группу и оставили, а кто-то из детей нечаянно толкнул девочку. Где в этот момент были воспитатели, неизвестно. По данному факту полицейские начали досудебное расследование. Воспитатели и нянечка будут уволены, сообщили в городском отделе образования, а исполняющий обязанности заведующий получит строгий выговор. Ребенка доставили к нам в очень тяжелом состоянии. Ожоги тела составили 20-25%. В настоящее время она в таком же тяжелом состоянии, получает необходимое лечение.